Кристи Уолтон, большая часть состояния которой составляет сеть Walmart, основанная ее свекром Сэмом Уолтоном, получила звание самой богатой женщины на Земле по версии журнала Forbes. Интересно, что за последние 5 лет это звание она получает уже 4-й раз. Согласно обновленным данным, ежегодного рейтинга ее состояния оценивается в порядка 36,7 миллиарда долларов США. Согласно рейтингу 2014 года, Кристи Уолтон обогнала Лилиан Бетанкур, наследницу компании L'Oréal, общее состояние которой оценивается в сумму около 34,5 миллиарда долларов. Таким образом, наследница L'Oréal утратила свои позиции богатейшей женщины мира, и это несмотря на увеличение ее благосостояния в текущем году из-за роста цен на акции знаменитого французского косметического гиганта на 9% за прошлый год. Третью строчку заняла Элис Уолтон, дочь основателя Walmart. Ее состояние Forbes оценил в 34,3 миллиарда долларов. А вот Джаклин Марс, представительница третьего поколения известной семьи Марс, также топ-менеджер крупнейшей в мире кондитерской компании, заняла лишь 4-ю позицию со своим состоянием в 20 миллиардов долларов. 5-е место по версии Forbes заняла Джанина Райнхардт, которая возглавляет Ханку, австралийскую горнодобывающую компанию. Ее состояние насчитывает порядка 17,7 миллиарда долларов. Как сообщают журналисты издания для инвесторов «Биржевой лидер», единственная россиянка, которая вошла в рейтинг Forbes, это Елена Батурина. Она в общем рейтинге разделяет последнее место с несколькими десятками человек, которые так же, как она, имеют состояние в порядка 1 миллиарда долларов.